Специалисты наблюдают небывалую активность змей в Краснодаре и его окрестностях. Связано это с холодной весной. С приходом тепла все виды пресмыкающихся пробудились в одно время. Герпетологи предупреждают, встретить змей можно не только в высокой траве или вблизи водоемов, но и в подвалах жилых домов. Большинство видов ползучих, обитающих в окрестностях нашего города, не ядовиты. Однако некоторые ведут себя очень агрессивно. Например, желтобрюхий полос, достигающий 2 метра в длину. От страха может бросаться на все, что движется. Ядовита в наших краях только степная гадюка. Ее можно узнать по характерному зигзаговидному рисунку на спине или абсолютно черному окрасу. Поэтому специалисты советуют обходить незваных ползучих гостей стороной. Если же на вас все же напала змея, необходимо быстро обратиться в больницу. Яд гадюк, он не настолько силен, чтобы быть опасен для человека. Конечно, болезнен укус. Не надо принимать никаких мер по тому, чтобы там резать пальцы, отсасывать яд, перетягивать жгутами. Надо обратиться за медицинской помощью. Существуют сыворотки противоядия. В Краснодарском крае еще ни разу не регистрировали смертельные случаи от змеиного укуса. И даже если змея набросилась, убивать ее нельзя. Многие из них занесены в Красную книгу. За уничтожение редких пресмыкающихся предусмотрен штраф.